Господа, вы скажете, что академик продался. Вы скажете, зачем вообще это обозревать? Однако нет. Сегодня нам удалось договориться с дилером. Это реально удача, потому что мы заберемся в самое гнездо. Эти люди разрешили открыть нам врата лавы. ЕС-7, стандарт, можем взять ЕС-7 люк. Тут стоит МК-2, а там еще есть кросс, здесь Х-7. Господи, сколько этого всего! Это огромное непаханное поле, и все это придется посмотреть. Все это торжество фольгированного картона, вся эта непонятная надежность, все будет нами озвучено. Более того, у нас есть доступ, ну реально, практически к любой тачке. Нам просто разрешили, люди оказались прикольными, они сказали, что нас не особо беспокоят некие этические соображения того, что вы будете делать. Класс, то, что надо. Но за это придется немного прогнуться. Но если мы совсем охренеем, нас допустят даже до этого аппарата. Хотя, я думаю, нет. Так что ты можешь уже начинать троллить, ненавидеть. Потому что начнем мы с довольно популярной темы, которую вы просили, которую вы ждали. Но мы осмотрим не эту тачку, потому что мне сказали, что она какая-то фуфлыжная. Поэтому нам подсунут то, что получше. Так что как-то так, скоро.